Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, 120 долларов. Сразу же покупаю, знаете что, ребята? Я покупаю откаты. А знаете почему? Потому что они опять не дали мне такой возможности набрать. Вот, я тебе сейчас покажу. Набрать вот здесь вот телепортов. Вот дали две, и все, сказали: Рэй, хватит с тебя, достаточно. Понимаешь, поэтому приходится мне их покупать за личные, как говорится, доллары. Итого у меня 14 откатов. Знаешь почему? Потому что мы с вами упали. Мы упали с вами до 87 ранга в Лиге Мастеров 2 звезды. Это не для нас, согласись. Во-первых, сегодня пятница, уже конец, грубо говоря, сейчас где-то 11 часов вечера. Ну, скажем так, суббота. Видосик выйдет в субботу, хотя снимается еще в пятницу. Это раз. Во-вторых, там суббота не за горами, ой, воскресенье не за горами, и там уже, как говорится, понедельник. А меня уже сегодня выписали, поэтому в понедельник я выхожу, друзья мои, на работу. Так что надо сегодня поднапречься. И приступим. Сегодня, кстати, у нас испытание будет. Я думаю, ты знаешь, да? Сегодня будет у нас Армагоша. Да, будем его фармить. Насколько это у нас получится, ну, я думаю, что никаких, в принципе, проблем там не должно у нас быть. Ну что же, ну а пока ареночка, друзья мои. Наша любимая арена, где мы испытываем нашего противника. Так, ну что же, Леонардо начинает первым. Так, Секу, подожди-ка. Да ну! Друзья мои, вот это я доиспытывался, по-моему, да? Слушай, почему у них, кстати... На этот мундагека Труфальдина. Он всегда меня подводит. Вот сколько раз зарекался не брать его в команду. И все равно ведь взял, а? Будет мне уроком. Будет мне уроком. У меня этих уроков уже, знаешь, можно целую энциклопедию написать. Сколько уже всяких ошибок этих. И все равно на одно и то же напарываешься. Ну что это, ребята? Ну 81 ранг. Ну ё-моё. Ну разве это для нас? Нет, конечно же. Так, ну что, возьмем с тобой, наверное, Василию. Василию, ну ты понял. Василия, конечно же, Василия. Возьму сюда Криса Брэдфорда и, наверное... Так, тут 68-й. В 68-й, давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Я думаю, здесь мы справимся. Сейчас мы пройдем с тобой эту арену. На 3 звезды в Сёгуны, точнее в Мастер, мы с тобой сегодня обязательно попадем. А вот до какого места мы доберемся, этого я уже не знаю. Так, стопы, нам надо здесь сделать вот так вот, майки завалить, это в первую очередь. А теперь... Нет, ну почему ты стал делать суперударом? Блин, сейчас кого-то накажут, ребят. Да ладно. Ты серьезно? Блин, Джастин выстоял, ты представляешь? Нифига себе, вот этого я не ожидал. Он обычно тоже, Джастин, у нас такой хлипковатый, но здесь он... Не подвел меня. Он 54 уровня. А Рокстеди был какого? Покажите мне, пожалуйста. 66. Разница в 12 уровней. Поверь мне, это существенно. Тем более для Джастина. Ну что же, 68 позиция, друзья мои. Давайте двигаться с вами дальше. И тут я возьму Джона. Я возьму Джона, но сделаю небольшую хитрость. Мы возьмем с тобой Леонардо вместе с Усаги, да? И отыграем, наверное, муху вместе. Так. А стоит ли нам с тобой так делать? Опять же тут Микеланджело. Слушай-ка, не стоит. Я немножечко отступлюсь назад, потому что здесь Майки. Ты знаешь его инициативу. Ты знаешь прекрасно, что он сейчас влепит свое уклонение. И он даже... Нет, он не стал делать. Блин. Но все равно он сходил первым. Если бы у меня был бы здесь слабый противник, он бы его завалил бы. Поверь мне, он бы его сразу бы ушатал бы. Ну, а так мы, скорее всего, победим. Хотя кто-то выживет. Макмен не ожидал. Вот Макмен что выживет, этого я не ожидал. Хм, ну ладно. Погнали тогда дальше. Значит, у нас с тобой 60 какая-то там позиция. Я надеюсь, сейчас мы перелетим. А на какую там? Давай 52-ю. А нет, 56-ю дает. Ладно, 56-я, это еще у нас с тобой 5-6 боев. Это минимум. Так, возьмем мы здесь с тобой, наверное, Элайн Коста.
Блин, не хотелось бы, конечно, тратить наши откаты. Но другого варианта я не вижу. Другого варианта я не вижу. Так, сейчас у нас... Ну, здесь, в принципе, команда не особо сильная. Сейчас вся надежда на Усаги. Я надеюсь, он все-таки сделает правильно, как надо. Практически. Кроме того, что вот он на Рокстеди не повесил постепенный урон. Донни, да как он мог выжить-то? Вот объясни мне, ну почему он постоянно выживает, а? Он постоянно выживает против вертушки. Он выжил массовую атаку от Усаги, да? Плюс еще вертушку от Леонардо. Крепкий малый, тут, конечно, ничего не скажешь. Ну что же, мы с тобой перебираемся на 45-ю позицию. Ну, как я тебе и говорил, еще где-то 5 боев, да? Хотя здесь может и повезти, что мы можем перелететь очень много сразу позиции и оказаться, например, уже не в 54-м там, а в 32-м. Может такое быть, ребята? Вообще без проблем. Как думаешь? Не очень рискованно я выбрал команду себе. Мне кажется, есть какой-то риск. Но опять же, Рафаэль, мутагеноид. Ну, надо отыгрывать, понимаешь? Иначе нам не хватит с тобой бойцов, чтобы мы погнялись в Лигу Мастеров 3 звезды. Вот здесь уже, в принципе, все хорошо, ребят, смотрите. Сейчас, если выживет даже Бибоп. Не выжил. Мне до сих пор в комментариях поправляют: Рэй, говори не Бибоп, а Бибоп. И не Рокстеди, а Рокстеди. Ребят, ну я просто уже привык, как говорится. Поэтому как говорю, так и говорю. Главное, вы все прекрасно меня понимаете, да? Ни для кого... Кстати, подожди, мы с тобой задание-то не забрали? Так, давай-ка мы сразимся с тобой. Ну, а сражаться мы не будем. Сделаем немножко попроще. Мы на Тигриного Когтя ищем вот это, да? 8 ящиков с инструментами. Так что давай. Один уже в кармане. Второй. Третий. Остается 5. Остается 5 ящиков. 4. 5. 6. Ребята, 7. И последний, 8. Дайте. Все. Прокачиваем до 3-й ступени. И смотрим, что нужно для... Воу, здесь дофига чего нужно, ребят. Так, мы задание выполнили. Сейчас глянем. Так, подожди. Не видно пока, ладно, давай искать. Нам нужно с тобой найти кошку, да, эту фигурку. Все, задание выполнили, но я попробую все-таки найти. Так, последняя нужна, да? Ну хорош. Да какой билет студенческий? Зачем он мне нужен? Дайте кошку мне. Не хотят. Не хотят, ты прикинь, вот серьезно тебе говорю, не дают и все. Вот подавись, говорит, своим билетом. Ну, наконец-то дали. Так, и получается, нам с тобой нужно будет найти 8 магнитофонов. Ну, это, в принципе, легко находится. И также нам нужно с тобой автомобильные номера найти. 8 штук. Я думаю, наверное, в следующей серии найдем. Попытаемся, по крайней мере. Так, поднять уровень персонажа. У нас сколько там мутагена? Ох, 40 тысяч. Слушай, 40 тысяч, это круто. Это круто, кого бы, ребята, нам... Слушай, а давай Усаги начнем качать до соточки, а? Как ты думаешь? Знаешь, почему Усаги я хочу прокачать до соточки? Чтобы они вдвоем жарили. Ты представляешь, вдвоем, соточка. Соточка того, соточка того. Ох, как они будут всыпливать врагам. Враги просто будут убегать, поджав хвосты. Это я тебе гарантирую. Так, давай зайдем в магазин, может быть, там что-то можно приобрести. Так, подожди, не то. Ну-ка давай. Ничегошеньки, да? Ну и тут тоже ничего. Так что, ребята, продолжаем турнирную арену. Так, у нас с тобой ранг 34. Возьмем мы с тобой, ну, наверное, Зака. Делаем откат. Возьму сюда еще, на всякий случай, Зека. Но майки здесь, ты понимаешь? Майки, которые усиливают атаку. Плюс Хан. Со своей чертовой инициативой. Так, ну у нас с тобой есть Зек. Давай посмотрим, замедлим или нет.
Замедлили, но не всех. Опа, 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 ты понял, что он сейчас сделал, да, друзья мои? Он бомбанул. Хан успел все-таки ударить моего хана. Так. Нет, 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 нет. Почему так слабо? Хотя они уже не жильцы. Друзья, постепенно на всех висит. И к тому же Леонардо вообще всех ушатал. Ну что же, двигаемся с тобой тогда дальше. 34-я была позиция. Я думаю, сейчас где-то будет 24-я. Ну-ка, 20-я даже. Ну что же, получается, нам нужно с тобой два боя. Да, друзья мои, два боя выиграть и все. И мы будем в лиге мастеров 3 звезды. А завтра мы с тобой подтянем, как говорится, пояса, да, для того, чтобы, ну, удержать эти позиции самые. Так, тут у нас, блин, опасно, конечно, давай возьму Донни. Затянем с тобой покрепче пояса, чтобы нас уже не скинули. Надеюсь, я все-таки получу свои 6 откатов, которые зажали мне. И это нам пригодится именно для финалочки, чтобы поставить жирную точку на арене, чтобы нам получить фулл награду. Кстати, а кто у нас разыгрывается? А, Эйприл. Эйприл мне не нужна. Так, тихо. Да ну, хорош. Фух. Выжил, друзья мои, мой бибоп 50-го уровня от массовой атаки. И это классно. А я думал, что он упадет. Так, друзья мои, сегодня, наверное, Shadow Fight 2, скорее всего, не будет. Потому что, ну, уже, во-первых, поздно. А во-вторых, немножко надо отдохнуть. Мне показалось маловато одного дня. К тому же я там пытаюсь пока пофармить нам голду. Ну не голду, а эти чипы и гемы, которые нам понадобятся. Ну что, друзья мои, получается, у нас с вами последний бой. Ну я не знаю, стоит ли продолжать дальше. Нет, я все-таки, наверное, продолжу. Я продолжу дальше только лишь потому, что мне хочется поднять повыше себе ранг. Если завтра нас, например, скинут, чтобы мы хотя бы с Лиги Мастеров 3 не упали. А если упадем, то где-то в Лиге Мастеров 2 звезды 80-90 позиция была. Чтобы нам обратно быстро вернуться, да. Поэтому, наверное, сегодня будем хорошечно бомбить. Так. Почему на слэше не повесили постепенно урона, а? Вот я и думал, что он выживет. Ну-ка, Армагоша, молодец. Красавчик, забомбил его. Так, ну что же, тогда мы двигаемся с тобой дальше. Как они называли себя в мультике? Анимал-герои, да? Или анимал-мутанты? То есть мутанты... звери-мутанты? Так, ну что же, поздравляю нас с Лигой Мастеров 3 звезды. И мы двигаемся дальше. У нас 97-я позиция, надо немножко закрепиться здесь. Так. Тратим. Возьму сюда Рокзара. И вот так. Тут у них тоже, кстати, есть Эйприл. Будет, наверное, хилять. Ну, пытаться хильнуть. Вопрос в том, выживет ли она против моего Усаги. Но если против Усаги выживет, то в любом случае Леонардо добьет. Так, Майки без урона. Ну, сейчас мы его добьем. Ну-ка. Четко. Все, друзья мои, получилось великолепно. Мы двигаемся дальше. Кстати, надо будет посмотреть на Армагоне, на фарме, кто у нас там будет. Если будет имба, то это классно. Хотя какая разница, он мне в принципе не нужен, Армагон. Потому что он у меня уже в платиновом ранге. Он прокачан хорошо. Единственное, что не сотого уровня, и все. Так, возвращаем нашу команду. Бакстер Стокмана возьмем. Опа. А тут, друзья мои, опасочка. Тут есть Майки. Придется сделать вот так вот. Не хотел я тратить, но вот этот Микеланджело, сам знаешь, да, что он делает. Конечно же, уклоняшку будет ставить. Если успеет. После Усаги он обязательно должен сходить. Ну-ка, проверочка. Классно. Он не успел, ребята, если бы я знал, что так будет, я бы взял кого-нибудь другого. Ну, что ж поделаешь. У нас с тобой еще два отката последних остается, да? Получается, если мы возьмем с тобой Леонардо Усаги и четверо, и трое слабых, хотя у нас три. Три отката. Слушай, ну с тремя можно еще поиграть. Так, будет где-то у нас 60-я позиция с тобой, да? Хм. Так, давай определимся.
Все 79 уровня. Зашибись. Абсолютно все. Возьмем, наверное, вот эту команду. Так, Лео. Так, сюда я, наверное, возьму еще Зека. И теперь вот этих двух. Короче, тут у нас будет первый Зек. Потом Усаги. Так должно быть у нас. Ну, а после Усаги уже будет ходить и Леонардо. Да, тут победа за нами, это однозначно. Я думаю, что сходить здесь никто не сможет. Не успеет. Конечно же нет. Ну все, ребята, раскромсали мы их. Теперь можно со спокойной душой переходить... куда? На испытание? Конечно же. Какое местечко нам дадут? 58-е. В принципе, друзья мои, неплохо. Ну а теперь, да, теперь мы с тобой идем на испытание. Здесь у нас Армагеддон. Армагеддон, а разыгрывается Армагон. Так, а теперь хотелось бы посмотреть, кто нам доступен. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. Ребятушки, слушайте. Неплохая комба у нас получается. Я бы даже сказал, великолепная. Мы сейчас просто сейчас порвем Армагушу этого. А самое интересное, докуда мы сможем вообще с тобой дойти? Мне кажется, пройдем, наверное, полностью с тобой это испытание. Хотя, может быть, и нет. Ну зачем ты майки танцы свои влепляешь? Они уж здесь точно не нужны. Так, о-о-о, началось. Бу-бух. Не тут-то было, да, Армагон? Естественно, ну он 40-го уровня, поэтому. А вот будь он 90-го, как бы шарахнул бы. Ой, только косточки бы от наших полетели бы. Ну, Леонардо, может быть, еще устоял бы. Так, ну ладно. Две ДНК на Армагона мы с тобой получаем. Тут эпизодов у нас 6. Так, переходим на второй. 50-й уровень, да, здесь? Это на втором 50-й. Так, ну давай посмотрим, как они тут сыграют. Ну, естественно, правильно. В первую очередь надо убивать Армагона. А уже с остальными можно расправиться на изи. Так. Что-то они все переключились на Армагона. А знаешь почему? Потому что он 80-го уровня. Он все-таки слабоватый, да? По сравнению с остальными моими персонажами. Так, ну что же, мы с тобой будем потихоньку продвигаться дальше. Потихоньку, не спеша. Так, еще два ДНК. И переходим на третий эпизод. Пока, опять же, ребят, ставлю на автобой. Ну, здесь, потому что я больше чем уверен, что разберемся мы. Понимаешь? Тут никаких проблем у нас вообще не должно быть. Так, Армагон получил. Теперь ходит Майки. Минус. Так, а что у нас там на эксперте сегодня, а? Я что-то, честно говоря, не особо обращал внимание. Надо будет глянуть. Так, сейчас мы Армагона... Да, Майки, ну хватит, ну зачем ты отнимаешь время зря своими танцами? Они никому здесь не нужны. В данный момент не нужны. Вот дальше уже, да, когда он будет там... 80-90 уровень, там уже, да, конечно. Без твоих танцулек делать нам будет нечего, потому что мы будем падать тогда. Три ДНК. Окей, ну что, двигаемся дальше. Четвертый эпизод. Уровень уже врагов 70-й. Дай-ка я сам тут разрулю ситуацию, все. Я сделаю немножко по-другому. О, видишь, у него уже инициатива больше, чем у моих персонажей. Он начинает ходить первым, хотя он 70-го, как ты видишь, уровня. Так, хватит, я сказал вам. Смотри, что делает, а. Начнем с вертушки. Так, броню сняли, отлично. Теперь валунчик, посмотрим, насколько сильно нанесем урона. Плохо. Так, апперкотик. Шикарно. Ну, у Рафаэля, согласись, постепенный урон очень слабый. Очень слабый. Так, смотри, он уже солидный урон наносит. Так что... Не знаю, последний эпизод будет, наверное, очень жестким. Но мы вроде бы проходили с собой. Может быть, не на 3 звезды, но мы проходили Армагона. Полностью его испытание, это я точно могу тебе сказать. Я думаю, что сегодня, наверное, будет не исключение. Так, ну что же, предпоследний у нас с тобой эпизод. Поехали, давай-ка смотреть. Так, если сейчас Леонардо будем... Ага, о-о-о-о, началось, ребят. Так, это уже опасно. Вот именно это опасно. Так, делаем с тобой уклонение.
Смотри, что творят, а? Да хорош, может быть, уже. Это классно, что у нас есть, друзья мои, майки здесь, да? Так, ну что, теперь давай, Армагон, мы с тобой поговорим по душам. Хм. Рафаэль. Встань-ка в стоечку, пожалуйста, блин. Он же потратил, да? Метеоритный удар, да. Потратил. Блин, я про это совсем забыл, что у него есть. Так, броню сняли, давай хильнемся, чтобы не упасть. Окей, и проникающий. Зашибись. Ну что же, Армагон повержен, и у нас остается последний эпизод. Разница в 10 уровней, ну ты сейчас увидишь, какая она существенная. Потому что будут нас тут, по-моему, разбирать. А может быть, не будут, посмотрим. Может быть, нам надо было с тобой Армагона не брать в эту команду. Без него пойти. Так, смотри, что творит. Делаем в первую очередь обязательно, ребята, уклонение. Без него здесь вот в данный момент очень сложно будет. Так, почему они на майке-то приключились все? С чего вдруг? Хм. Мне это непонятно. Так, даже Леонардо досталось. Делаем вертуху. Так, да давай, в принципе. Мы могли, кстати, понизить ему атаку. Армагону. Ну что же, делаем с тобой провокацию. Вот так. Нет, 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 не надо, не надо, не надо. Господи, нам повезло. У Рафаэля, правда, очень мало здоровья. Давай лечить. Фу, так. Я боюсь, что он сделает укус, но у нас уклонение есть. Поехали, проникающий. Так. Ага, получи. Что бы нам сделать? Так, это у нас увеличивает силу атак на 190%? Серьезно, что ли? А, он свою атаку увеличивает, а не всем. Так, отлично. Теперь попробуем апперкотик. Окей. Так, он сейчас что сделает? Фу. Друзья мои, везет нам. Нам сегодня повезло. А знаешь почему? Потому что Армагон сейчас упадет. Да. Все-таки мы с тобой прошли это испытание. Я считаю, что очень даже неплохо. Был, конечно, момент такой, знаешь, напряженный, когда я подумал, что все-таки Рафаэль сейчас упадет, но нет. Майки вовремя подключился, и все у нас пошло как надо. И тут мы с тобой можем тоже фармить. Хм. Да, фарм, в принципе, неплохой. Но там все-таки на черепашках лучше. Но для начала нам нужно посмотреть вот здесь вот. Что нам тут дадут? Слушай-ка. А, погоди. Твою ж налево. Ну, давай я вот так попробую. Ух. Так, у меня здесь только фаворит Усаги получается, да? Три волны. Ну, попробуем. Так, Усаги 90... Ой, твою налево, сейчас кто-то упадет. Слушай, ну бомбят они не кисло. Просто не кисло. А ну-ка. Жесть просто какая-то, посмотри. Не, ребята, это испытание мне не по зубам. Ты посмотри. Какие они мощные. Какие тут еще три волны нафиг. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Три волны, ага. Я этого-то не могу расколбасить. Да, бедный. Нет, выжил еще. Че я делаю? Не поможет это. Ага, заблокировали. Провокацию, да не надо ее брать, я думаю, нет смысла, да, в этом. Все, сплинтер упал. Это мы только переходим на вторую волну, сейчас посмотрю, кто там. О, все, ребят. Все, складываем удочки. Это не дело. Мы не пройдем. А если пройдем, то там уже с тобой обязательно встрянем. Ну-ка. Да. Так, завалили с тобой. И смотрим, что у нас на последней волне. Какие уровни. Слушай, ну, я не знаю, в принципе... Хотел сказать, можно попробовать, но мне кажется, не стоит, да? Или стоит?
А я вот так сделаю. Я сделаю себе баф. Авось нам это как-то поможет. Сейчас начнет расколбас. Завалят, интересно. Железную голову, скорее всего, забомбят, ребят. Пиццелицы тут, а? Навозный червь лезет. А это еще и провокацию взял. Ну что же, получи тогда. Блин, железноголовый, ну просто, ребята, до последнего стоит. Просто до последнего, молодец, красавчик. Так, Усаги. Контратака. Можно месть, но месть не нужна нам, потому что железную голову сейчас рано или поздно подобьют все-таки. Вот, например, сейчас. Да-да-да, Армагон такой вот он. То есть мутагеноид. Так, слушай, Лапекс, ты достала? Ну-ка, давай-ка ее... Ах ты, заблокировали, ну ладно. Пумс. Бедный Усаги, один против всех. А ну-ка. Сейчас месть уж ее у Лапекс, ё-моё. Хотя, почему-то он не повесил, ребята. Тынь-тынь. Блин, меткость понизили. Ну-ка. Так. Кто кого, как говорится, да? Мы. Слушайте, ребята, это было сложно на самом деле. Особенно первая команда, которая нам досталась с 90 уровня. Мы с ней, мы практически там всех и потеряли. Нас разобрали. Но самое главное, что я получил снаряжение негодники. По-моему, у меня такого снаряжения ни разу не было. Три звезды не получил, поэтому фармить у меня не получится, к сожалению. Но зато я пойду вот сюда вот и пофармлю вот чего. Так, 8, да? Маяк. Ну что, маяк, золотые осколки. Что же тебе еще тут предложат? Ничего, ребята. Так, у нас с тобой откатов еще довольно неплохо, да? Поэтому я предлагаю крутануть рулеточку. Да-да-да, ребята, хочу крутануть. Загорелось мне рулеточку покрутить. Ни с того, ни с сего. Ну почему? Ну так же был. Вот, вот жуки навозные, а? Ведь был же, да, Кейси Джонс. Три звезды рядышком. Нет же, вот надо им, вот, смотри, сейчас. Какие же они тут жлобы все-таки, а, ребят. Какие же они жлобы. Вот, посмотри. Ну надо же. В первый раз три ДНК на Лео, да, дали нам. Так, дай-ка я посмотрю тут кое-что. Сейчас я хочу тут кое-что глянуть. Слушай, у нас пока есть пицца. Давай-ка мы на нашего Шархана найдем номерные знаки. Так. Еще один. Пицца есть? Пицца есть. Пока немножко, но есть. Давай еще, пожалуйста. Все, да? Кончилось. Кончилось, друзья мои. Ну, считай, все равно, да, неплохо. Так, где ты? Подожди. Да, неплохо. Че, мы всего два значка нашли? Ну, друзья мои, в любом случае... Подожди, не то, да? Вот нам что надо, ё-моё. Так, нам нужно еще 6 автомобильных номеров и 8 катушек. Я думаю, в следующей серии сделаем. И 26 тысяч мутагена у нас. Это значит, мы можем... Можем? Можем. Ребята, Усаги получил 92 уровень. Прикольно, да? Так, ну что, здесь я, по-моему, все выполнил, да? Да, друзья мои. Тогда остается заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!